вы смотрите новости онлайн. Коммунистов России оскорбила пародия на Владимира Ленина в исполнении Максима Галкина, которую он разместил в своем микроблоге. Из-за этого юмориста и ведущего предложили не пускать в эфир федеральных каналов. Такую идею выдвинул политик Сергей Маленкович. Политик призвал артиста ответить за свое поведение. По его мнению, своим скетчем Максим оскорбляет большинство граждан нашей страны, испытывающих уважение к Ленину. Своей дурацкой и пошлой пародией на Ленина Галкин носит социальную рознь в наше общество. Кроме того, Маленкович заявил, что этого инфантильного молодого человека необходимо остановить. В свою очередь Галкин, которому за словом в карман не лезть, ответил на критику. Я бы попросил у политика конкретно, что его возмутило в моей пародии. Я считаю, что могу пародировать вообще кого угодно. Если он внимательно послушает мою речь, то поймет, что я защитил Ленина от нападок тех, кто считает, что он прослаждался на острове Капри, а не замысливал там будущую революцию, процитировала Галкина РИА Новости. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!